Время полдень, а на центральном сельскохозяйственном рынках в основном только продавцы. Тем не менее, отсутствие спроса на предложение никак не сказывается. На изредка заглядывающих покупателей продавцы не кидаются, скидок не предлагают. Сервелат, смотрю, цены на сервелат. Подорожала колбаса? Нет. Нет? Они были такие до Нового года. Цена пока на них не подорожала. Такая была, такая стала. Кремлёв 456. Угу. А самый дешевый этот получается за 350? Спасибо. За две недели не подешевела ни одна из позиций в продуктовой корзине. Вот как она выглядит сегодня. По сравнению с ценами на конец декабря, больше всего подорожала форель. В среднем на 50 рублей. Подскочили в цене огурцы и мякоть свинины. В среднем на 25-30 рублей. Не стоит на месте и стоимость мандаринов. Лишь на сервелат и яйца цены не повысились, но не стали ниже ни на рубль.